Давай. Не могу. Нет, Мартин, все-таки это наши гости. И это не твои друзья. Ну, как бы имей уважение и понимание. Лилю подменили. Ну, блин, ну для меня это жестко. Ставить сольные концерты прямо на лавочке. Это было немножко диковато. А он хочет петь вообще, в принципе? Зиночка. Ты хочешь петь сейчас? Люди. А я людей стесняюсь. Просто представь себе, что ты один, и нас всех здесь нет. Ну как? Вот, вот, вот. Все вокруг смотрели, это все было на улице. Я стояла и думала, господи, он не хочет это делать. Однак Лілію так легко не зупинити. Сыночка, можешь там немножко, мы там чуть-чуть тебя поснимаем, и ты как-то там, вот как будто мы на где-то фотосессии. Ну, чуть-чуть так, ну, чуть-чуть так, как ты умеешь. Не хочу. Это из серии, как будто она с такой куколкой вышла, и вот она всем тычет. Он еще умеет так, а если на ножку нажать, он сейчас еще ручкой там подергает. Сыночек. Не хочу. Ну, пожалуйста, сыночек. Не хочу я. Ну. Не хочу. Я стесняюсь. Мартин обычно раскрепощенно себя ведет, а сегодня он почему-то стеснялся. Мне хотелось, чтобы он больше эмоций девочкам показал, но не удалось мне выжать, и нам не удалось девочек впечатлить. І сутулився весь, синок. Ти сьогодні, кажу, я поняла, не в робочій, так? Да? Неправильно змішувати власні потреби і потреби дитини. Якщо дитина не хоче виступати, варто її не змушувати, підтримати і почекати. Можливо, вона з часом буде готова. Починаю з 3 років, постійно старалася його кудись водити. Я музикальний чоловік, папа у нього музикальний чоловік. Ну, він просто винужден був родитися музикальним. Взагалі, ідеальніший слух. Вот. Поэтому, как бы, то мы на одни танцы ходили, то на другие. И вот уже в 3 годика он стоял на сцене с детками. И они в этих костюмах. То он пингвиненок, то он мамонтенок. Но это было просто прелесть, конечно. Например, там смотрю, ага, немножко начал заикаться. Я его на пение. Потом думаю, ага, смотрю, немножко стесняется на съемочной площадке. Я его в театральную студию. Где-то начиная с февраля, там, с марта, его на каждой секции начинает клинить. Мама, все, не хочу ходить. Я говорю, сынок, до мая. Дохаживаем до конца школы, я говорю, и дальше нет. Дети редко что-то делают с охотой, редко идут на какую-то секцию, прям вот спотыкаясь. Как правило, все-таки немножко мы подталкиваем. Не можу погодитись. Це нормально, якщо хлопчик втрачає інтерес. У такому віці корисно пробувати різні варіанти, а згодом вибрати те, що подобається. А будь-який примус зводить користь занять на нівець. Бо у стресі дитячий мозок не засвоює знання та навички.